Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отмечаем День космонавтики. В этот день, очень много лет назад, впервые на всей планете человек отправился в космос на ракете. Я хочу вам показать, как ракету запускают в космос. Посмотрите, пожалуйста. Вот такое-то завораживающее событие. Вы обратили внимание, какой формы ракета? Вытянутая, продолговатая. Я приготовила для вас вот такие ракеты. Вы можете вместе с мамочками нарисовать такие же ракеты. Вам понадобится их две штуки. И сегодня вот то, что у меня в руках, мы будем запускать. Конечно, не в космос, но в воздух. Для этого вам понадобится заготовки ракет вырезать. Пауза. Мы вырезали ракеты. И теперь цветными карандашами, либо фломастерами, либо красками нужно их ярко раскрасить. Я предлагаю вам сделать так. Вы раскрашиваете одну ракету, а ваши мамочки или папочки раскрашивают вторую. Я раскрасила одну ракету, вторую я пока оставлю. Дальше вам понадобится колпачок от фломастера, совершенно любого. И вам понадобится клей. Клеем намазываем одну часть ракеты полностью. Так. Прикладываем колпачок отверстием к себе, к низу. Накрываем второй частью ракеты и склеиваем. Получится немножечко неравномерно, но это не страшно. И у вас должна получиться вот такая заготовка. Поверну к вам яркой стороной. И теперь нам понадобится коктейльная трубочка. Любая. Я уверена, что вы все пьете детский сок или еще что-нибудь, и у вас дома найдется такая трубочка. Дальше самое интересное. Вставляем трубочку в колпачок от фломастера и таким образом надеваем ракету. А что мы будем делать потом? Правильно, мы будем дуть. Надо очень сильно дунуть в трубочку. И ваша ракета должна улететь. Присылайте фотографии, присылайте видео того, что у вас получилось. Молодцы!